Ну что, Алмайди, уже по доброй традиции я за несколько часов до наступления Нового года здесь с вами. И сегодня я нахожусь на сцене Рождественской волны. За несколько часов до старта 2022 настало время подвести итоги уходящего года. Но сделаю я это наоборот. Что не произошло в 2021? 2021 не отправил нас, участников «Волны идей», в Италию. И мы очень сильно на тебя злимся. Потому что мы не смогли покупаться в Адриатическом море. Мы не смогли выйти на сцены замечательного города Пезаро. 2021 не отправил нас отведать вкусного тордельника и посмотреть на Карлов мост в Прагу с «Волной идей». И мы злимся на тебя, 2021. 2021 не отправил нас в плавание, в творческое плавание на круизном лайнере между Ригой и Стокгольмом. И не отправил нас на Северный полюс к моему другу Санта-Клаусу. Мы злимся на тебя, 2021. Но именно в 2021 году мы вместе с «Волной идей» открыли для себя новые города, новые площадки. И вместе с участниками «Волны идей» мы покорили одни из самых крупных и больших городов Республики Беларусь. Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Минск. Мы все были там с огромными проектами «Волны идей». Мы хотим сказать спасибо тебе, 2021, за новую страну фестиваля, которую ты открыл для нас. Подарил нам море и сказал «Гамарджоба Сакартвело!» Замечательная Грузия, которая приняла первый международный конкурс «Волна идей Грузия». И мы хотим сказать тебе, 2021, что все, что мы не успели или не смогли сделать с тобой, мы обязательно сотворим в 2022. Ведь все, что мы можем представить, реально вместе с «Волной идей» в новом 2022 году! До встречи, «Волной идей», в Италии, в Грузии, в Греции, в Болгарии, по всей Европе. Давайте разрушать границы творчеством в новом 2022. С наступающим вас новым годом! Пока-пока!